Так, пробежимся по ценам в Ирландии. Вот это 49 центов, одна штучка. Апельсин, там лимончик, 49. Один. Перчик. Все, вот вам стоимость. Салатики, помидорчики. Так. Ну, тут всякие пошли вкусняшки. Булочки по 42 копеечки. Ну, при том, что у них минимальная заработная плата, это была 10 евро и 50 центов. Сейчас вроде повысили до 11 евро. Ну, вот хлеб. В принципе, выбор огромный. Какой хотите. Белый, серый, черный, красный. Так, вот рыбка. Рыбка, рыбка, рыбка. Килограмм. Сколько? Ну, это штучка, кусочек 3,50. Килограмм не вижу сколько. Так, тут всякие замороженные, размороженные. И мяско. Мясо получается здесь 520 грамм, 9 евро. Фарш, он 350 грамм, 2,50. Ну, такое, в принципе, молочко там. Курочка. Так, курица. Что у нас по птицам? Еще рыбка. Ну и молочка. Сыры, конечно, у них очень вкусные. Сыр здесь, это вау. Мусор. Что-то потекло. Молочко потекло. Сыры вкуснючие. Это что-то неимоверное. Вот такие вот сыры. В принципе, я уже все перепробовала. И такой чеддер. Ну, вода, все остальное, я думаю, не сильно интересно. А вот базовые продукты. Все, в принципе, понятно, что почем.